Всем привет! В преддверии нашей встречи, нашего мастер-класса по технологии РПТ, захотелось записать ряд видео, в которых я расскажу, что же это за технология, как она работает и для кого она будет полезна. РПТ – это Rapid Personal Transformation, с английского переводится как «скоростная трансформация личности». И, в принципе, можно как бы по-разному рассказать об этой технологии, но именно сегодня я расскажу с такого угла. Татьяна Кашпур, которая проводит тренинги в Киеве, очень часто употребляет такую фразу, что «если внутри меня есть магнит, то я притягиваю все железо вокруг». Так вот, что же такое этот магнит и что это за железо, которое я притягиваю? Магнит – это определенное состояние, которое есть внутри меня и которым я вибрирую на уровне клеток, и тем самым каким-то странным образом притягивая определенных людей, обстоятельства, ситуации в свою жизнь. Зачастую, как будто бы я не могу этим управлять. И все почему? Потому что какой бы ни был высокий у меня уровень осознанности, помимо этого уровня сознания, мною руководят определенные программы так называемого рептильного уровня. Это программы, которые отвечают за инстинкт, за выживание, за безопасность. И ни один мозг не способен бороться с программами, которые ответственны за выживание. Откуда берутся эти программы, почему они именно такие, почему они так мощно влияют и определяют? Берутся они, в принципе, у нас в подарок при рождении. Как только ребенок рождается, он уже получает этот пакет нейронных связей, пакет программ от своих родителей. А так как на территории нашей страны история была достаточно непростая, мы переживали и войны, наши предки переживали войны, голодомор, раскулачивание, теряли близких людей, семьи, состояние, там, переезжали, их выселяли на другие территории. То есть все эти травмы, все эти шаблоны, они накопились и передались нам. И самый основной момент в том, что зачастую выживание на уровне нейронных связей слепливается с необходимостью притягивать такие состояния. Так вот, говорить, конечно, можно много, иногда это звучит достаточно сложно, но как только начинаешь разбираться, то появляется огромное воодушевление от того, что с этим всем можно разобраться, исцелить и полностью переписать все в своей жизни на уровне идентичности. Поэтому готовьте ваши запросы, приходите, будем исследовать вместе. До встречи, пока!